Коллеги, добрый день. Я понимаю, что мы одни из последних выступающих, поэтому мы постараемся осветить нашу тему достаточно быстро. Конечно, говорить в целом о роли человеческих ресурсов в той или иной отрасли можно бесконечно. Поэтому мы решили поговорить о том, что сейчас, возможно, наиболее волнует компании горнодобывающей отрасли не только в России, но и в мире. Мы специально подготовили эту презентацию, поговорили с нашими коллегами из Латинской Америки, из Австралии, из Южной Африки. Перед тем стоит вопрос сокращения затрат. И, к сожалению, так часто складывается, что именно персонал становится именно той статьей, которую режут в первую очередь. Либо деньги, либо сокращают людей. Некоторые компании делают это эффективно, некоторые не очень. Поэтому именно сегодня мы хотели об этом поговорить, сказать, какие бывают основные ошибки и какие, наоборот, есть способы, с одной стороны, все-таки сократить HR-издержки, с другой стороны, не принести потери компании. На самом деле подходов не так много, их ключевых всего два. Так называемый традиционный, он известен многим компаниям, его применяли во время кризиса 2008 года, некоторые компании применяют его сейчас. Это урезание тех затрат, которые лежат на поверхности. Это различные льготы, это выплаты дополнительные выплаты по командировочным, на питание и так далее. Это выплаты, связанные с обучением, спонсированием тренингов и прочее. Но, к сожалению, этот подход, несмотря на то, что он приносит очень быстрые результаты, иногда компании его применяют не потому, что не знают, как сделать по-другому, а потому что от них это требует руководство и акционеры. Все равно компания теряет людей, теряет, скажем так, рабочие мускулы, и когда кризис заканчивается, к сожалению, тратит очень большие средства, гораздо больше, чем то, что она сэкономила на восстановление. Поэтому применяется еще и более эффективный подход, когда компании, прежде чем начать резать то, что, как я уже сказала, лежит на поверхности, они все-таки сначала анализируют, какие затраты у них есть, что из этого им нужно и что нет. Потому что если говорить о размерах затрат, горнодобывающие отрасли, в отличие от остальных, доля затрат на персонал достаточно низкая, всего около 10% по отношению к выручке. Есть компании, где эта цифра составляет 50%. Но учитывая финансовые показатели в данной отрасли, и 10% большая цифра. И если говорить о выборе между вот такими подходами, я могу привести пример, поделились коллеги в Латинской Америке, им тоже приходится сейчас резать затраты достаточно сильно. Но при этом, прежде чем запустить этот процесс, все компании, это произошло в Чили не так давно, сели, обсудили свои насущные проблемы и поняли, что что бы они ни делали сейчас, к 2020 году у них будет катастрофическая нехватка инженеров. И они стали перед выбором. С одной стороны, урезать программу подготовки инженеров, но что соответствует такому консервативному подходу, когда мы наскоком в течение месяца все урезаем. А с другой стороны, они понимали, что кризис кончится, а без людей они останутся. И они выбрали подход такой, что они программу эту не убрали. Ну, они договорились с государством, оно взяло на себя часть каких-то расходов. И программу оставили и постарались все-таки урезать где-то в других областях. Но, как я сказала, прежде чем подходить таким образом, надо что-то сесть и подумать. Иногда это отнимает время. Также, часто думая о сокращении расходов на персонал, в первую очередь думают просто о снижении затрат. Отрезать там. В то время как добиться такого же результата можно, во-первых, не трогая самих сотрудников, а урезая затраты на HR-функцию. Я не говорю о непосредственно людях, которые работают в отделе кадров, что половину надо убрать. Эти расходы – это капля в море, вам это ничем не поможет. А именно оптимизация HR-процессов, потому что очень большие затраты всегда идут на подготовку различных справок, бумажек, особенно в России, потому что таково требование ведения документа оборота кадрового. Это иногда внедрение общих центров обслуживания для предприятий, у которых несколько производственных площадок в рамках одной страны. Это достаточно эффективное решение, хотя оно приносит свои плоды только через некоторое время. И еще одно направление – это повышение производительности, но надо признать, что специалисты по управлению персоналом здесь мало что зависит, они скорее в данном процессе играют административную и поддерживающую роль. Итак, если мы все-таки решили разобраться с затратами на персонал, надо изначально посмотреть, как они устроены. Здесь на графике приведены цифры именно для горнодобывающей отрасли в 2013 году в России –
В среднем, что куда у нас уходит? Базовая оплата труда – это 67%, переменная часть – 29%, льготы – всего 4%. Поэтому, вот даже глядя на эти цифры, многим компаниям следует, может быть, подумать о том, чтобы урезать льготы. Это то, что они делают в первую очередь, но видя этот процент, можно понять, что 4% от 10% – это минимальная цифра. И есть еще 24%, про которые компании часто не знают. Когда они знают HR, они никогда не думают финансисты. Это так называемые скрытые затраты, которые, если вы посмотрите, сопоставимы с переменной частью. Это все надбавки и премии, которые вы платите. Итак, если мы уже разобрались, кому сколько мы платим, сколько мы тратим, сколько нас, для нас это стоит, как нам можно оптимизировать каждую из этих статей, базовую, переменную часть, льготы, как я сказала, трогать можно, но не очень осмысленно, и скрытые затраты. Первый вариант всегда это урезать. Но, как я уже сказала, это не всегда эффективно, потому что часто компании потом теряют больше, чем экономят. Если мы говорим о базовой оплате труда, ну, по законодательству мы ее урезать просто не можем, поэтому компании иногда начинают ее просто замораживать и не повышать в течение 2-3 лет, пока не минует кризис. На самом деле есть более эффективный способ, который дает экономию от 10 до 20% фонда. Это либо внедрение системы грейдов и так называемых диапазонов оплаты труда, либо пересмотр существующих. Многие компании уже, конечно, это внедрили, но проблема в том, что они это сделали лет 5 назад и не меняли ничего с того момента, в то время как эта система живая. Часто компании думают, что если они начнут пересматривать диапазоны, то выяснится, что они будут платить мало, даже платить больше. Практика показывает, такой анализ в подавляющем количестве случаев показывает наоборот, что у вас есть должности, которые не являются для вас критичными. У вас есть сотрудники, которые не являются для вас ключевыми, но вы им почему-то переплачиваете. И именно такой подробный анализ, на самом деле он занимает все количество времени, возможно, пару недель, показывает вам, где вы можете сэкономить деньги, как я сказала, до 20% фото, где-то в течение года-полутора. Переменная часть. Тоже, что начинают делать компании с этими 29%. Они пытаются отрезать ту или иную надбавку. И вот здесь, кстати, они поступают правильно. Дело в том, что в производственных компаниях в России есть такая, ну, в принципе, с точки зрения управления персоналом, управления вознаграждением проблемы, еще с советских времен специалисты по HR знают, в среднем на сотрудника приходится где-то от 15 до 30 видов дополнительных выплат. И кроме пары человек в отделе, никто не понимает, как это все устроено. Что мы рекомендуем компаниям делать в данном случае? Пересмотреть эту систему, иногда это болезненно, иногда приходится договариваться с профсоюзом, что-то менять в отраслевых соглашениях, но все-таки, если ваша переменная часть состоит из 30 видов надбавок, сотрудник не понимает, как он может заработать или потерять эти деньги, то есть эта выплата уже не привязана к результативности, для него это некая дополнительная заработная плата, HR не понимает, как это устроено, систему лучше упростить. Отрезав лишние надбавки, ненужные, дабы недовольство со стороны сотрудников, вы, с одной стороны, сэкономите свой бюджет, с другой стороны, объяснив конкретно сотруднику, что теперь у тебя будет 5 видов выплат, но они конкретно зависят от того, как ты поработал за месяц или за квартал, в течение нескольких месяцев вы, в принципе, сможете достаточный уровень поднять производительность, то есть сэкономить еще и больше денег. И если говорить о так называемых скрытых издержках, как я сказала, часто они забывают. Известный факт – текучесть персонала. Да? Я покажу цифры. По России в среднем это составляет 22,5%. В горнодобывающей отрасли за счет стабильности производственного персонала значение гораздо ниже – 14%. И к текучести часто отношение такое, ну, вот как нам сказал один генеральный директор, ну, уходит и уходит, вот умерла, так умерла. На самом деле избыточная текучесть это не проблема для кадровиков, это проблема, прежде всего, для финансистов. Я не буду сейчас подробно объяснять формулу, все эти материалы с расчетами, они будут вам представлены. Но вот пример расчета для компании, где всего 3000 сотрудников, где избыточный уровень текучести. Понятно, он не может быть нулевым, поскольку это естественный процесс. Компания немножко данный уровень превысила на 8%, людей у него уходит гораздо больше, чем их конкурентов, и в итоге эта компания всего 3000 человек теряет 26 миллионов рублей в год.
То есть потери достаточно большие. Теряете вы здесь, возможно, даже больше, чем на неотрегулированной системе базовой оплаты труда или на неэффективной системе надбавок. Как это рассчитывать? Рассчитывать все достаточно просто, как я сказала, формула здесь приведена. И часто компания, думая, где бы урезать, иногда стоит провести вот эти расчеты. И сейчас знают, как снизить этот показатель. Да? Просто надо как бы дать направление и разрешение на несколько месяцев этим процессом заняться. И тогда вот эти 26 миллионов рублей, они смогут вам спасти. Хотя если в компании работает где-то 50 тысяч человек, конечно, цифра будет еще больше. И еще один показатель, кстати, связанный с текучестью, это то, что называется абсентеизм. А по-русски мы это называем прогулы, незапланированное отсутствие на работе. И здесь, кстати, я не буду возвращаться к слайду, показатель по горнодобывающей отрасли в среднем выше, чем по России, потому что мы знаем, что иногда рабочие могут не явиться без объяснений, потому что в основном это за счет рабочих, да, в основном за счет производственного персонала. Иногда могут явиться в обед или уйти с середины смены, зависит от того, кто как контролирует. Я сталкивалась с предприятиями, где вообще особо никто за этим, кроме бригадира, не смотрит, и бригадир никуда не докладывает. Здесь потери могут составить еще более, я бы не сказала страшную, но заставляющую задуматься цифру, потому что вот здесь пример расчета для компании с численностью всего в 1000 человек. И там превышение уровня абсентеизма над целевым, целевым это рыночные значения, здесь они тоже приведены, также приносит компании очень серьезные выгоды. Понятно, он не может быть нулевым, потому что есть больничные, могут быть какие-то форс-мажоры у сотрудников. И все-таки, опять же, прежде чем заглядывать в расчетный листок сотрудника и думать, где бы там мы могли отрезать 10 рублей, 50 рублей, или, может быть, нам резать не деньги, а сократить 10% численности персонала, стоит посчитать для своей компании и эту цифру, потому что эта скрытая затрата на самом деле для компании наносит достаточно существенный урон. Спасибо большое, Вера, коллега. Вера, скажите, вот во всем этом функционале управления человеческими ресурсами, как вы учитываете качество этих ресурсов? Вот я не увидел вот этой, вот, этих оттенков, то есть как-то качество ресурсов, в зависимости от того, какого качества ресурса вы управляющее воздействие дифференцируете, вот, что-то предпринимаете? Я бы еще вы не затрагивали этот вопрос, учитывая, что презентация должна была быть краткой. Это отдельная тема, достаточно сложная. Дело в том, что если все-таки компании необходимо сокращать сотрудников, конечно, нельзя прибегать к таким методам, которые, к сожалению, часто используют в 2008 году, последний такой момент. Нам просто надо отрезать 10%. Конечно, на качество смотреть надо. Но это вопрос уже к компаниям. У компании, конечно же, должна быть система, так называемая система управления результативностью. Потому что если вдруг возник вопрос сокращения, оценить, кого сократить, кого оставлять, надо понимать, что это займет не меньше полугода, если вы хотите сделать это эффективно. Поэтому при резком сокращении ну, практически невозможно реализовать. Лучше иметь заранее. Спасибо большое.